Дубленки, сильные пальто, демисезонные и зимние куртки на распродаже в торговой точке по адресу Первомайский проспект, 60. Предлагают одежду финских брендов со скидкой. По словам продавцов, многие европейские магазины приостановили работу и распродают оставшиеся товары. Рынок валют сейчас нестабильный, европейской валюты. И разрыв, как говорится, отношений торговых с Евросоюзом повели к тому, что компании европейские закрываются. И весь оставшийся товар экспортировать в Европу нельзя. И они приняли решение весь товар, оставшийся на прилавках, на складах, распродать на территории нашей страны. Кожаные френчи – градиент, тренд сезона. Интересный переход цвета, удобный крой и современные материалы. Они идут в восковой пропитке, кожу целые сутки варят в воске, за счет чего она теряет 70% своей массы. По паспорту весит 620 грамм, на плечах не ощущается. Европейская длина позволяет комфортно ее носить как с брюками, так и с юбкой. На ярмарке можно подобрать модную современную одежду на любой вкус по фигуре и оверсайз в классическом и спортивном стиле. Чаще всего одеваешь там где-то жмет дезет, а здесь лекала винофабричная, поэтому удобно. Есть фасоны, которые подойдут и для женщин за рулем. Укороченные модели, облегченные шубы. Дубленки. Два в одном. Снаружи выполнены из тончайшей оленей бархатной замши. Это очень тонкий материал, очень нежный, очень комфортно пропускает воздух, и тело в нем комфортно себя чувствует. Здесь сама фишка этой модели в том, что она двусторонняя. Ее можно носить дубленочной стороной, а если вывернуть, она будет шубка из тонкорунного двухмесячного каракуля. На ярмарке представлены и мужские модели. Производитель обещает качество на уровне. Легко, тепло, удобно. Прям легко одеваешь, как будто практически на тебе ничего нет, как пуховик. Ярмарка работает с 3 по 8 октября включительно, слева от аптеки «Максавит» на Первомайском проспекте, 60. Ориентир – воздушные шарики.